Введение языковых квот на телевидении приведет к тому, что украинцы установят спутниковые тарелки и перейдут на интернет-телевидение. Так считает нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. Комментируя заявление Петра Порошенко, который намерен предложить Верховной Раде проголосовать за квотирование украинского языка в телеэфирах, Скорик предлагает развивать многонациональную культуру украинского народа, а не обострять языковую конфронтацию.